Сергей Сергеевич Митрохин, пожалуйста, давайте на этом завершать обсуждение. Да, но возвращаясь к вопросу о градостроительной политике, ни для кого не секрет, что сегодня серьезная угроза и облику города, архитектурному облику, художественному и так далее. Угрожает частный инвестор, который активно осваивает городские пространства и часто делает это в ущерб, и в том числе и в социальной сфере, и культуре. Вот в качестве примера могу привести киноцентр «Соловей» на Пресне, который собирается снести собственник и построить отель вместо него. Я хотел задать вопрос, по крайней мере, на уровне разработки. Эти вопросы как-то фигурируют, исходя из того, что город может выкупать у частного собственника, инвестора такие участки, которые жизненно важны для москвичей и социальной, культурной сферы. Кому вопрос, не знаю. Ну, коллеги, вопрос, наверное, такой опять очень общий. Возможность такая есть, но обязанности у нас нет потребовать. И возможности заставить застройщика продать свои права там на земельный участок. Существует понятие для городских, для государственных и муниципальных нужд. Коллеги, изъятие только по определенной процедуре. Да. Но чтобы эта процедура как-то разрабатывается. Для этого надо дорогу, наверное, это только один из примеров. Коллеги, давайте мы сделаем. Это не имеет отношения на сегодняшний момент к бюджету, если вы не возражаете, мы это в рамках комиссии, о которой мы с вами договорились, острые вопросы будем обсуждать и приглашать наших коллег для дискуссии.